Пока в Одессе погода переменчивая, на юге области уже вовсю разыгралось лето. За солнцем и витаминами в виде сезонных ягод мы отправились в село Лиски. Только представьте, около 2000 местных обеспечивают практически всю Украину клубникой. Всего за один сезон здесь выращивают и увозят на продажу около 300 тонн ягод. Клубника – культура неприхотливая, но требует особого ухода. Климатические условия позволяют выращивать богатый урожай красных ягод. Прошлый год выдался непростым из-за большого количества дождей, но этот сезон обещает быть богатым. Сезон выборки или сбора урожая клубники начался в середине мая и продлится еще несколько недель. Эта ягода кормит практически каждую семью. Большие плантации – не повод не посадить побольше главного символа села на собственном огороде. Планировали бы побольше, но нам погода не позволяет. Видите, какие погоды. Мы уже выбрасываем из-за погод, уже мы 3 тонны выбросили клубники. Да, то есть она набирает влагу, грибок. Вот. Ну, рассчитываем. Вообще, по технологии, гектар должен давать 25 тонн. Сегодня вот до обеда мы половину огорода выбрали тонну клубники. Сейчас вывозим ее на привоз. А, да. Как давно вы этим занимаетесь? Ну, серьезно, если так сказать. 3 года. У нас самая ранняя клубника в Украине. То есть, ну, раньше, чем у нас, открытый грунт нету нигде. Вот. Ну, поэтому первая, она всегда дорогая. Но она своя, она у нас без ядохимикатов, которые, ну, то есть мы не обрабатываем, когда ягода, мы ее не обрабатываем. Да, нужны обработки до ягоды, целый год. За ней нужно ухаживать, подкармливать. Если этого не делать, ну, не будет урожая вообще. За счет близости Дуная и Черного моря климат здесь мягкий, а водные ресурсы кажутся неисчерпаемыми. Правда, сама по себе вода в грядки и клумбы не поступает, ее подают электронасосы. А стоимость электричества у нас уже давно не демократичная. Судя по количеству урожая, складывается впечатление, что клубника здесь растет даже вдоль дороги. Подход к бизнесу у местных европейский. Клубника в Лисках только итальянских и голландских сортов – Квике, Клэри и Лофте. Затраты себя оправдывают. Сорта дают более высокий урожай и лучше сохраняют товарный вид при перевозке. Саженцы были привезены с Италии в замороженном виде. То есть это фрига. Есть фирма серьезная, которая занимается этим. Вот. Мы у них забираем в замороженном виде. Пока мы ее сюда довозим, она уже растаяла и начинает уже пускать корни. Да, ее только нужно садить и поливать. У нас нет технологии выращивания вот этой фриги. Дело в том, что, как вам объяснить, ну, это элита, которая потом идет по репродукциям. Первый год она дает урожай, вот, и дает отростки. Вот. С этих отростков, вот эти отростки, это уже первая репродукция. Эти отростки, если дают другие отростки, с них берут, это вторая репродукция. Угу. Ну, то есть, чем больше репродукция, тем уже меньше урожайность, вот, и там заболевания этой клубники. Вкусовые качества у Лофте даже превышают Клэри. А что проще транспортировать? Проще. Что лучше себя показывает и как-то вот. Квики она... самая лучшая. То есть она очень такая плотная. А покупают что чаще? Покупают. Давайте. Что люди любят? Ну, люди любят глазами. Вот в основном покупают как любят некоторые квики. Она блестит такая вот ягода блестящая. А Лофте, у нее такой матовый цвет, такой, он не блестит, но она очень вкусная. Вот по вашему предпочтению, наверное, больше Лофте. Свой урожай клубника должна отдать через 2 месяца, несмотря на то, что сезон выборки начался на несколько недель позже. После того, как ягода собрана и расфасована, она отправляется на рынки. Чаще всего килийскую клубнику можно найти на привозе и в местных супермаркетах. С годами жители южного села технически вооружились. Расти культуре помогают капельные системы орошения, а большинство обрабатывают ягодные поля мотоблоками. Каждый по-своему работает, но очень много подворий таких, у которых там 50-60 соток во дворе. Клубника – это основной промысел в нашем селе, и поэтому село живет, процветает. Вот, дети остаются, молодежь остается в селе, потому что есть работа. А вы сами ее кушаете, учитывая то, что вы каждый день сидите? Ой, уже, как говорится, кушаем, пробуем, но уже не каждый день. Вы как
человек, который вот прям знает ее на ощупь, как вы считаете, как можно определить, что она хорошая? Вот как человеку, который ее покупает, понять, что вот это классная турника? Ну, не знаю, по цвету, по запаху, по вкусу. Попробовать. А какая она должна быть? Сладкая. Бывает и сладкая, бывает кисло-сладкая. А какой сорт? Поддерживать статус клубничной столицы нелегко. Трудиться приходится круглогодично. Заработав, местные готовятся к посадке новых саженцев. Но дело того стоит. Дохода от красной ягоды хватит до начала следующего сезона. Мы ее любим. Это наш первый заработок. Село наше живет этой клубникой. Мы занимаемся, мы ее любим, мы ее смотрим. Чем отличается клубника? Вот Лисковская, точно, что Лисковская столица. Есть Вилково, есть Килия. Люди тоже занимаются. Но у нас земля. Земля – вода. Вода – земля. То есть она отличается, действительно отличается всем. Наша слаже, наша вкуснее, лучше транспортабельней. Это 100%. Так как я уже на протяжении родителей мои, и я уже занимаюсь, по династии у нас все идет. То есть наша клубника, да, отличается. Но и у большого урожая есть свои недостатки. Тонны ягод в разы падают в цене и приносят меньше прибыли. Покупая клубнику на городских рынках, мы нередко возмущаемся в конце мая, начале июня. Казалось бы, сезонный продукт, но доставать из бюджета 70-80 гривен за килограмм без недовольства в адрес продавцов и фермеров сложно. Разумеется, из Лисков оптовики вывозят клубнику в 2,5 раза дешевле, а к нам она попадает с наценкой на логистику и заработок реализаторов. Так что лисковские клубничники не такие уж и миллионеры, какими мы их представляем в Одессе. Мы только учимся на своих ошибках. Вот. Каждый год по-разному. Каждый год учимся. Ну, я думаю, что еще дальше будем учиться, посмотрим. Ну, в основном, как бы уже технологию посадки, ухода уже мы знаем. Вся проблема, опять же, еще со сбытом. Сбыт – это проблема. Нет такого, например, там ларьков, которых ты спокойно можешь там привезти, взять. Но здесь люди покупают у местных, которые приезжают там, да, берут там по 25, а продают ее там 60, 70. Ну, опять же, это 25 человек вложил денег в эту клубнику, да, там все остальное, все расходы. И он зарабатывает буквально там, ну, 5 гривен там, да, с этих 25, например. Вот, а ребята вот так вот делают. То есть нет здесь избыта хорошего. Найти село Лиски на карте несложно, а вот добраться туда – это отдельное приключение. Состояние дороги, а точнее ее отсутствие на подъезде к Лискам, компенсируется разве что красотами Дуная и богатой природой. Все делается для того, чтобы жители у нас оставались, чтобы была работа. У нас несколько предприятий, ну, основное предприятие «Рис Бессарабии», в котором больше, около 200 человек работает. Вот это все говорит о том, что и все структуры, все организации работают. Единственное, недостаток у нас, вот единственная такая проблема, это дороги. Если нам сделают, нам обещают, мы надеемся, что уже выиграли тендер, обещают нам, что будет у нас дорога, мы надеемся на наше руководство, областное руководство и государственное, что все-таки нам эту дорогу долгожданную сделают. Жители Лисков уверены, как только появится полоса без препятствий, оптовых покупателей станет в разы больше, да и транспортировка клубники станет гораздо проще. Местные говорят, что 5 килограмм сезонной клубники помогут наладить обмен веществ и даже сбросить пару лишних килограмм. Потому запаситесь витаминами и укрепите иммунитет по-настоящему вкусной ягодой, выращенной большим трудом в Одесском регионе. Татьяна Барумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».